Друзья, добрый день! Сегодня я к вам с новостями, поэтому начну сразу и по сути. И сразу хочу сказать, вы извините, если я вдруг задыхаюсь или что-то во время речи, но до родов мне осталось совсем немножко, и поэтому как бы оно есть как есть. Вот. Но все равно я не могла не записать для вас это видео, потому что у меня важные новости. По крайней мере, важные для меня. А суть новостей заключается в том, что я ухожу из компании Global Trend, о чем официально заявляю и объявляю. Скажу сразу, Global Trend очень люблю, уважаю основателей. У них все в порядке с продукцией и с качеством, потому что качество, если кто следит за мной давно, то было той причиной, почему я ушла из самой первой своей сетевой компании. Здесь таких проблем нет, или, по крайней мере, я о них не знаю, поэтому это вообще никак не связано. Продукт рабочий, продукт отличный, он помог тысячам людей, я уверена, что еще тысячам поможет. Вот. Причина моего ухода заключается в том, что я остаюсь просто верной своей стратегии в жизни, о которой я часто говорю, уж не знаю, кто из вас слышал или нет, но она есть в очень многих моих видео, в которых я объясняю, что в первую очередь я всегда сфокусирована на продукте. В свое время компанию Global Trend я выбирала точно по такой же стратегии, а именно проанализировав документацию, какие-то медицинские заключения и так далее касательно продукта, поняв, что продукт является лучшим на рынке на данный момент времени, затем приобретя этот продукт за собственный счет и проделав на нем тестирование вместе с командой врачей, с которыми я сотрудничаю. Ничего не изменилось в этот раз, и в принципе я всегда, находясь в Global Trend, говорила о том, что если я посчитаю, что на рынке появилось что-то лучше, более эффективное и так далее, то, соответственно, я сразу же переключаюсь на другой продукт. Лично мое мнение, что как бы да, появилось, поэтому я ухожу, потому что у меня очень шкурный интерес вообще в пребывании и в потреблении любой продукции. Это как мне остаться здоровой, молодой, красивой долгие-долгие годы. А учитывая, что 40 лет и лялечка вторая на подходе, одна маленькая бегает между ног, скажем так, то в 50 лет я явно не собираюсь быть не бабушкой, там, не как-то выглядеть, и сделаю все, и это мой основной фокус, потреблять тот продукт, который дает максимум эффекта. Вот, ну, мое мнение такое, что появилось на рынке что-то еще, что я хочу и буду пробовать. Для любителей не хотела об этом говорить, но все-таки скажу, для любителей посплетничать, я скажу вам две вещи. Первая вещь – это стратегия копания в чужом нижнем белье никогда не делает вашу жизнь и не сделает вашу жизнь более эффективной, радостной, легкой, светлой и богатой. А второе, я вчера закрыла очередной статус в компании Global Trend, золотой директор. А это все, кто могут почитать маркетинг, прекрасно видят, что совершенно иной уровень дохода, уровнем выше, иные плюшки от компании и так далее. И тем не менее я принимаю решение перейти в другую компанию. За бизнес, честно сказать, не переживаю, потому что если продукт рабочий, то, соответственно, бизнес будет рабочий. Вот. На этом, в принципе, все. Поэтому, что касается чатов моих, давайте я дам неделю на то, чтобы вы скачали, все, кто хочет остаться, естественно, в компании Global Trend, скачали все ресурсы, которые вам нужны для работы с этого чата, результаты, которые я компоновала долгие годы, да, там файлы с результатами и так далее. Все скачивайте, все берите для работы, уходите сами из чата, уводите своих людей, потому что через неделю я все удалю, и чат будет работать заново, как чат по результатам, но уже новой компании, где я и буду рассказывать о продуктах новой компании, которые я сама и собираюсь пить. Вот, поэтому давайте нам неделю на перестройку. Все, кто был со мной и, как говорится, уходит, всем счастливо. Все, кто желает остаться и посмотреть, о каком новом продукте я заговорю, но как бы тоже это наша жизнь, это не рабство, вы можете делать все, что вы хотите.
Вот, поэтому спасибо большое компании Global Trend. Я думаю, у нас было достаточно плодотворное, недостаточно, а очень плодотворное сотрудничество. Ничего плохого, опять подчеркну, я сказать не могу про продукт. И более того, я даже подчеркну следующее. Я считаю, что до сих пор на рынке среди растительных БАДов этот продукт является лучше. Ну, вот мое такое мнение, хотя очень много я встречала возражений, в том числе от врачей по этому поводу. Но мое мнение остается такое. Просто я нашла для себя лично продукт немножко другого уровня. Ну, естественно, уровнем выше, как мое личное мнение. И мнение, основанное, опять-таки, мной на логике, на анализе документации и так далее, и на результатах тестов врачей, которые мы закончили в субботу. Поэтому, в принципе, ну, на этом все. Тут я уже начинаю повторяться, поэтому начинаю, заканчиваю. Всем счастливо, всех люблю.